Россияне предпочитают хранить деньги в иностранной валюте. Рублю доверяют все меньше. В том, что сегодня стоит откладывать сбережения в долларах, убеждены 46% жителей страны. В евро – 44%. В рублях – только 41%. Минимальное количество россиян с 2014 года. Таковы данные исследования одного из сервисов по поиску работы. И неудивительно, рубль в последнее время ослабевает, несмотря на высокие цены на нефть. Отечественная валюта за две недели дважды обновила 9-месячные минимумы, торгуясь на уровне в 76 рублей 80 копеек за доллар и свыше 87 рублей за евро. Доминирующим фактором остается геополитика противостояния России и Запада. Плюс к этому, конечно же, накладывает определенную нервозность на движение валют, в том числе, да и рынков российских и зарубежных, да, это монетарная политика Федеральной резервной системы. Уже на 100% рынок закладывает повышение весной базовой ставки. Соответственно, это приводит к удорожанию мировой резервной валюты относительно всех других валют. И мы будем видеть рост и укрепление, дальнейшее укрепление доллара. Весь прошлый год ключевую ставку поднимал и Центральный банк России, чтобы укрепить рубль. Торговый баланс по экспортно-импортным операциям тоже позитивно сказывается на укреплении рубля. И при таких данных отечественная валюта могла бы быть одной из самых крепких, если бы не движение капитала. Только за прошлый год его отток из России составил более 70 миллиардов долларов. Для чего повышается учетная ставка? Учетная ставка повышается для того, чтобы можно было больше зарабатывать, увеличивается стоимость денег, соответственно, сами деньги становятся ценностью. Поэтому Центральный банк, я говорю, любое повышение должно играть на пользу валюты и привлекать инвесторов. Мы видим повышение и видим вывод капитала. Что это значит? Значит, в нашу валюту не вкладываются. Это доминирующий фактор, который делает, на мой взгляд, крепчайшую валюту мира такой слабой. По словам эксперта, если убрать геополитические волнения, то возможно укрепление рубля до 72-73 за доллар, но это максимальный потенциал крепости. Любое же негативное событие выбросит российскую валюту на отметку 80 или даже 90 рублей за доллар. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев, Николай Сидоров. События.